на Енисее. Время экспериментов. Настало время узнать, как красноярцы отреагируют на иностранца, которые желают получить легкий экскурс по достопримечательностям города. Смотрим. Can you help? I can try. I'm from Novosibirsk. Oh, I'm tourist too. bridge. Yes. Bridge. And river and duck inside. Duck inside? Duck. Stream. Yeah. No, God! No, God, please, no! 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 You know the street Karl Marxa? Okay, Karl Marx. Next street. Yes, in the street Big Ben in Krasnoyarsk. Did you see? Oh, I see that. Big Ben in the Krasnoyarsk. What the? Yeah. Куда можно сходить? В смысле? The cinema, theater, anything. Кинотеатры? Cinema. Достопримечательности. Ну, пойдем, покажу. Здесь и выставка хорошая, картин можно посмотреть бесплатно. Вот музей искусств, институт искусств. Окей. Ну, на театре оперы и балета можно там. Вот музей, смотри. Вот. Окей. Это далеко. Окей, I know. Проехать надо. Да пешком-то идет. Я уже представляю, как люди, знающие английский язык, просто мне вот так вот скажут. Да что ты, черт побери, такое несешь? Здесь вот красиво. Beautiful. Окей. Beautiful. Там beautiful. Вот это площадь наша, это красноярская. Ух, красота-то какая. Лепота. Да вот просто иди туда, потом обратно. Здесь много чего вот так глазами можно увидеть. Здесь даже можно вот go to the, ну, туда. Вы понимаете, о чем говорят все эти люди? Я нет. Музей Суриков. 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 Художник. Артист. Художник. Артист? In the cinema? With me. Go. Покажу, куда пройти. When go? Museum. Суриков painter. Наш художник. Наш? Сибирский художник. Siberian painter. Siberian painter. This is business. Yes? What? Artist. Artist Andrei Pozdeev. Как видите, переживать за иностранцев не нужно. Каждый подошел, помог, рассказал. Удивительно, ведь даже языковые барьеры не помешали нам рассказать о достопримечательностях города.